Всех поймали. Ой, у нас тут перегруз корабля сейчас будет. Главное, чтобы наш корабль не потонул теперь. Все, потонул корабль. Сейчас. Вы на канале? Посмотри, на сегодня у нас маленькая упаковка. А сегодня у нас маленькая распаковка, да. У нас такая маленькая милая распаковка. Я могу взять показать? Да. Спасибо. У нас сегодня такая вот лодка рыбацкая Activity Boat от компании Plantoys. Это деревянные игрушки из Таиланда. Да. Из Бангкока, Таиланд. Вот, они сделаны из резинового дерева. Но вот это сделано из прессованного резинового дерева, которое перемалывается. Ну, такое каучуковое дерево, мы его называем резиновое дерево. Да, оно перемалывается, потом прессуется и происходит вот такие чудеса. Да, происходят такие чудеса. В этой лодке у нас, смотри, кто есть, рыбак в спасательном жилете. Да, у нас есть лодка сама, здесь все снимается, можно поставить, есть парус и крючок. А также крючком можно ловить рыбку, морскую звезду и черепашку. Вот, все органическое. Вот, и никаких формальдегидов не содержит. В общем, супер-пупер. Вот такая вот у нас. Класс. Давай я тебе сделаю чик, ты достанешь, и мы уже начнем смотреть. Да? А потом, знаешь что, я предлагаю, мы достанем с тобой аквариум, наш с рыбками который, да, запустим рыбок и будем пускать там вот нашу такую классную лодочку. У нас, кстати, другие игрушки, Plantoys'а тоже есть, мы их очень любим. У нас есть целая большая трасса, там и другие игрушки, кактусы и всякие разные интересные. Нет, не будем тебе пукать, мы будем пукать лодку. Лодку будем запускать? Да. Хорошо, так, я тебе уже сделал чик. Смотри, достаем. Что у нас тут? Ой, это лодка. Ты представляешь, какая она огромная. Так, что у нас тут? У нас тут пусто. Вот наша лодочка. Давай посмотрим ее. Слушай, она такая огромная, я даже не ожидал. Вот такая вот огромная лодка. Классная. А то не смейте делать. Что ты там нашла уже? О, а я нашел каюту. Ты уже парус нашла? Так, сейчас мы сюда ее поставим. О, давай мне мачту, пожалуйста. Это мачта. Мачту у нас, по-моему, вот здесь. Вот, пойди пауз. Я попробую сейчас поставить. И я делал пауз, папа. Все, я поставил мачту. На, теперь пауз. Теперь парус у нас. На парусе написано Plantoys. Он, кстати, классный, сделанный из каучукового дерева. Поворачивается. Мачта. Вот она, Plantoys. Вот только парус немножко помялся. Так, где у нас наш рыбак? Ты нашла его? Все, тут бумажных упаковочках. Вот такая вот у нас лодочка. Так, еще у нас есть вот такой крючок. Такого красивого цвета, просто супер. Не знаю, видите ли вы такой цвет? Вот настолько яркий. В жизни, между прочим, он лучше, чем на картинках и на видео. Так. Это самый маленький крючок. Один пилат, папа. Тут так просто не попасть. Я хочу пилат. Подожди, тут надо... Папа, бабушка, я хочу пилат. Вот, смотри. Это крюк. Вот. Тут у нас ставим лодочку. Опа. А можешь показать, кого мы будем ловить? Кто у нас там есть? Черепашка, да? Да. Покажи, пожалуйста. Вот она, черепашка. Вот она такая красивая, яркая, зеленая черепашка. А это вот мы ее будем так папа. Ловить, так это крючком. А что это у нас рыба. А рыба. Это кто это? Красная. А это? Красноперка какая-то. Вот рыбка. Оп. И морская звезда. Дайте, пожалуйста, морскую звезду. Это. Вот это такая круг. Морская звезда. Это круг, папа. Ну, да, очень похоже на круг. Потому что ну, здесь нужен специальный круг, чтобы мы его могли крючком поймать. Смотри. Опа. Круга не надо ловить. Так. Где наш моряк? Пожалуйста, моряка. Это не моряка, это девочка. Это девочка? А это девочка-морячка. Вот она, спасательном жилетике. Один по пятам. Из резинового дерева. Я говорю, по пятам. Вот он где стоит. Смотри, она может здесь быть, а может быть в каюте. Вот. Вот такая она вот тут выглядывает. Я говорю, по пятам. Привет. И может вот стоять здесь сзади, когда нужно будет ловить рыбку. Я говорю, по пятам. Да? Да. Так, убираем бумажки? Да. Ну что? Лодку мы посмотрели, да. Она классная, нам она понравилась. Да. Да. Теперь я предлагаю. Да. Теперь я предлагаю, знаешь, что сделать? Да. Мы сейчас возьмем аквариум, попробуем попускать немножко. Как ты думаешь? Это хорошая идея? Да.
Прекрасно. Вот это хвостики, папа. Так, это наш аквариум. Мы попробуем запустить нашу лодку. Он, конечно, маленький для нашей лодки, но мы попробуем попускать. Так, и чтобы было совсем прикольно, мы еще, знаешь, что сделаем? Запустим туда рыбок. Вы их, наверное, видели, вот эту рыбку. Мы ее уже распаковывали в прошлой нашей, в одном из прошлых видео. Вот наша рыбочка выплыла. А еще мы купили вот такого вот капитана пирата. Вот он, робота. Рыбку робофиш. Вот такую с бутылкой рома. Тоже классная. Вот. Он такой весь расписной, у него фиолетовый хвостик. В общем, вот такой вот он. Сейчас мы вам покажем. Где он там? Ой, у нас корабль пошел на дно. Мы пошли на корм рыбам. Придется им плавать. Придется всем плавать. Ну, это ничего страшного. Сейчас мы все выльем. Так. Она плавает. Да, у нас тут рыбки плавают. Рыбки. Да, у нас там девочка плавает на круге. Мы решили все не ловить, и мы будем просто купаться на круге, да? Вот такой вот наш кораблик. Мы покажем, он плавает классно. А здесь у нас есть крючок. Мы будем крюком. Надо крюком. Вот, надо ловить наши. О, поймала! Супер, молодец! Выгружай. Только смотри, так сильно, а то мы корабль потонем. Потопим, точнее. У нас и так уже наливается вода. Она еще упугает. Да. Мадама, вы так сильно не теребите. Вы крючок. Не надо плавать. Держите. Где наш крюк? Так. Их надо вращать. Вот. Так. У нас, смотри, тут есть черепашка. Нам надо ловить черепашку. Скорее лови черепашку, он она плавает. Так. Нет, пускай она плавает, смотри, вот так. Вот, а мы ее будем крюком подцеплять. Опа, поймали. Это моя. Конечно, твоя. Она вот еще плавает. Так. Вот такая вот классная. У нас и рыбы плавают тут. Она, рыбки плавают плавает по дну. Ловите рыбку. Ой, я почти поймал ее. Она уплывает. Рыба, рыба-пират. Так, не поймали. Она ушла. Ушла вот вторая рыбка. Она у меня. Рыбка. Я ее поймала. Рыбку крючком ловим. У нас тут черепашки еще плавают. Сейчас мы попробуем хотя бы черепаху поймать. Так, черепашка. О, я поймал черепашку. Класс. Погружаем. И последнюю рыбку. О, всех поймали. Ой. Тут перегруз корабля сейчас будет. Главное, чтобы наш корабль не потонул теперь. Все, потонул корабль. В общем, короче, мы ловили. Всех поймали и потонули. Не выдержал такого груза. Похоже, плавать. Все утонуло. Пошли на корм рыбам. Ну, рыбы довольны. Да? Пойдем накормим рыбок. Ну, мы точно пойдем накормим рыбок. Вот они тут плавают, они довольны. И я плаваю. Я думаю, что это все виноват рыба-пират. Он что-то сделал с нашим кораблем, и он утонул. Вот они тут. Кушают они. Это пираньи страшные, смотри. Ужас. Так, поднимаем корабль морского. Так. Морской пират. Морской пират. У нас тут все мокрое уже. Морской пират, это ты виноват. Это ты виноват. У нас девушка тоже хорошо плавает. Так, все на борт. Ты еще у нас же бупать, ты затонул. Попробуем. Как бабай. Вообще, можно туда? Затонул, как бабай. В принципе, можно. Вот, если я всех нагрузить. Я ничего не тону, это ты. Нет, ты. Вы чего там ругаетесь за рыбой? Ты. Ну вот, ты. Мы загрузили наш корабль, бросай рыбок. Ну что ж ты сделал, а? Да, по-моему, самый страшный пират, это ты. Вот такой вот у нас классный кораблик. Да. Да? Рыбацкий. Да. У нас там девочка-рыбачка. Вот. Один капитан. А капитан? Так она и есть капитан. Она девочка-капитан. Девочка не капитан. Ну как это? Девочки тоже бывают капитаны. Смотри, она рыбачит, она ловит вот, смотри, может поймать и звездочку морскую.
Надо по бетону не быть, какой я чьяка. Понятно. Барте думает, что все капитаны носят специальные шляпы, а этой девочки шляпы нету, поэтому она думает, ну это знаешь, она находит, она знаешь, в чем стоит? Да. Это морской такой непромоканец. Это непромокаемый костюм, просто на улице, если будет дождь, у всех рыбаков вот такие оранжевые костюмы. Но еще бывают желтые. Вот, это для того, чтобы на голову капли воды не попадали. Так что это самая настоящая рыба. Она же рыбачка. Наши рыбки плавают. Вот наш кораблик. Нам он очень понравился. Надеюсь, вам тоже он очень понравился. Вот. Мы его пойдем потом пускать в ванне, потому что здесь мало места. В ванне моей. Да, в твоей ванне пойдем пускать. Вот здесь очень мало места. Вот, ну, тоже классно. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. И подписывайтесь. На канал Вот это вы. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Мы еще и будем играть. А мы еще будем играть. Сейчас ты когда мы плаваем, девочка. Где она? Вот я она. Я тебя не вижу. Вот я. Вот ты. Ты на круге? Да. Молодец. Нет, да, где-то ты дальше и пальчики. Смотри, сейчас у тебя корабль потонет. Ай, тонет корабль. Все. Улезешь. Ушел на корм рыбам. Я утонулся. Вот он где. У нас happy end. Все утонули. Он утонул. Он все мало. Пока-пока. Пойдем всех спасать. Да. Мой круг. Теперь я там бегу.